What's up, guys? С вами Малки и Милка, чип-чип-чип, и я продолжаю проходить режим Universe в WWE 2K15. Так, если мы посмотрим на календарь, то мы увидим, что у нас осталось 4 недели, и 5-я неделя — это неделя Extreme Правил. Вот, также в новостной ленте нам сообщают о том, что Эрик Роуэн напал на Сезаро во время матча. Так, на этой неделе, у нас является SmackDown. Так, и нам предстоит сыграть раз, два, три, четыре, пять матчей. Так, ну начинаем первый из них. Из настроек стандартных я ничего не трогаю, мы сразу начинаем матч. Их выходы на арену я не буду пропускать, так как, еще раз повторю, у меня страйк на канале, я не могу записывать видео длительностью более чем 15 минут. А если я буду делать в одной серии по 2 матча, то я могу просто не вложиться в это время, и поэтому... ну, как бы получится записывать, то в конце серии будет начало матча второго, вот, и во второй серии будет продолжение и также конец второго матча, начало первого, ну и, короче, вот такой круговорот получится не очень приятный, поэтому я, как уже сказал, не буду пропускать выходы персонажей. And approaching the ring from Calgary, Alberta, Canada, weighed 205 pounds, Tyson Kidd. Oh, I am ready for this. Tyson Kidd, кстати, я за него еще не играл. Поэтому, наверное, скорее всего, сейчас выберу игру за него. Итак, ребят, ну, поскольку я молчал во время выхода, потому что вы могли их пропустить, пожалуй, я сейчас сделаю небольшое объявление. Так, сейчас, секундочку, займись, Tyson Kidd, окей. Если у вас есть Apple-устройство и вы играете в игру под названием Boom Beach, напишите мне, пожалуйста, в комментарии, потому что я в нее играю уже где-то на протяжении 2 месяцев. Я создал как бы там свой клан, и, ну, я еще его не пиарил, и было бы неплохо, если бы кто-то из вас в него вступил. Вот, потому что, ну, играть вместе как-то веселее. Так, ну и второе такое небольшое объявление. Почему же я в последнее время не часто выпускаю серии по WWE? Все дело в том, что уже слили Assassin's Creed Rogue, это эксклюзив для консолей, в переводе кредо-убийцы изгой. Вот, он очень интересный. Ну и поскольку его слили, я хочу до 11 числа, до официального релиза, записать полное прохождение. Что вряд ли у меня получится, потому что у меня времени не так уж и много. Но все-таки по максимуму я хочу записать видео, чтобы 11 числа уже открыть доступ к ним, и вы смогли просмотреть, ну, хотя бы половину прохождения данной игры. Так. Вроде насчет объявлений все. Насчет графики, многие судят графику, исходя из просмотра видео по какой-либо игре. Я хочу вам сказать по этому поводу, ну, не стоит делать преждевременно какие-то выводы, потому что YouTube урезает графику, и он не передает всей сущности, которая есть на самом деле. Так что, ребят, ну, серьезно. Ну, даже если не улучшили графику, ну, не стоит огорчаться.
видите, геймплей-то остался тот же. Что-то добавили, что-то убрали ненужное. Вот, добавили какую-то плюшку. Это же хорошо. Даже если взять тот же Майнкрафт. Там графика тоже плохая, возможностей много. Играть как бы приятно. Вот, поэтому... Так, я не знаю, какой у него финишер, поэтому давайте его кинем в угол ринга. Так, может, он должен лежать. Так, почему-то... Какой же у него финишер? Очень странно. Я понял. Походу, на него спрыгнуть с каната. Сейчас попробуем. Так, сейчас залезем быстренько на угол. Да нет. Тут тоже нельзя финишер сделать. Очень-очень странно. Давайте так попробуем сделать вот такую штуку. Ну, ладно. Не финишер, так OMG. Oh my God. Так, ну, как вы уже, наверное, заметили, у меня созрела традиция в каждой серии швырять использовать OMG на комментаторском столе. Красава. Так, ну, давайте посмотрим, что же он сейчас нам покажет. Так. Это банально. Я его специально хотел как бы стукнуть ногой, чтобы он контратаковал, встал и сам забежал на ринг. Чтобы я его не закидывал, чтобы он сам все сделал за меня. Вот паскуда. Ну, прошло уже сколько? 7,5 минут. Я думаю, пришло время подходить к концу. То есть заканчивать этот поединок. Этот матч, бой. Так, ну давайте посмотрим, какие есть супер возможности у Тайсона Кида. Так, матч информейшн, абилитис. Значит, четырёга, попрыгучий. Можно быстренько встать. Окей. Все понял. This match has taken so much out of this guy. He's not gonna give up. But man, this has been... That's it. He's done. Look at this. А, вот где. Вообще, как можно его провести? Так, ну давайте... Ах ты, сука! Нет, походу, он не сдастся. Смотрите, что делает! Он ползет к канату. Он хочет, чтобы был роу-брейк. Да, он дотянулся. Ну что ж, удержание. Раз, два, третий раз рефери стукнул по рингу. Это означает, что кто выиграл? Правильно, Тайсон Кид. То есть тот, за которого играл я. Надо будет, кстати, просмотреть информацию о том, кто с кем дружит, у кого какие враги, чтобы, ну, и хотя бы можно было иметь представление, то есть опасаться мне какого-то персонажа или нет. Ну, знаете, да, когда вот вы, допустим, бьетесь с кем-то, друг вашего противника может выйти и вам мешать.
Вот, и стараться каким-то образом насолить. Поэтому так, надо будет все-таки взглянуть информацию. Так, ну что ж, всем спасибо за просмотр. Смотрите следующие серии и предыдущие, если вы их не видели.